Добрый день, любители рыбалки. Уже где-то час или два идет, больше, наверное, уже часа три, наверное, идет рыбалка. И рядышком стоят соседи, шумная молодежь. Это не очень-то хотелось описать. Ну, клюет карась. Ну, карась не сильно большой. Коропа нет. Смотрим, будем ждать. Ловим один крючок на пружине и внизу кормушка фидерная. Ну, как в прошлый раз. Ну, снасть получается такая же, как было в прошлый раз. Крючок, пружинка и кормушка фидерная. Ну и все. Ну и крыло еще дополнительно поставил, потому что очень много травы. Потянуло хорошо. Даже не просто так дернул, а именно потянул и держал. Не знаю, Женя, мне кажется, вообще ничего. Самое смешное, если ты меня сейчас за подсаком пошлешь. А, нету. Ну вот, вот это вот называется поклевка, ты понимаешь? Угу. Дернуло и все. Угу. Ну, он, видимо, пытается. Пытается, видимо, сдернуть червяка или что, я не знаю. Но факт то, что интересно, вот его бы достал, я на обеих крючках нету червя. То ли рак. А где карась? Обалденный карась. Слушай, я сегодня таких не ловил, еще больших. Чего там с пропеллером идет? Точно, точно, я таких ничего не ловил сегодня. Не, меня уже задолбали такие. Да? Ну, выбрасывай такого. Конечно, выброшу. Куда его? А ракушка живая там? А я не знаю, Женя, я не посмотрел. А где она? Я ее кинул туда, вон она. Доброе утро. Ну что, ночь прошла великолепно. Чудная такая ночь, погода классная. И что еще хорошо, было мало комара. Комар чуть-чуть помучил нас, а потом пошел ветер, и комар ушел. И это классно. Ну, карась проклевывается. Ночью не сильно клевало. Ну, зато отдохнули хорошо. Кофе. Чудная погода. Что еще надо? Вот еще и карась клюет. Ну, что ж ты прекратил клевать? Давай, 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 дорогой. Ты что, так далеко забросил, да? Ну, смотри, хоть одного карася заснять. Вот он карась. Понятно. Спасибо. Когда остается такой кусочек червячка, я его не выбрасываю, потому что карась, в принципе, это очень полюбляет. А потом делаю бутерброд. Опарыш. Червяк. И
Карась клюет хорошо на это дело. Твою мать. На камеру, ну, всегда вытаскиваешь пустой крючок без рыбы. Только камеру выключил, все получается нормально. Парадокс. Нашел как нормальный. Мелкий. Я понимаю, что мелкий. Кузе пойдет. Что я Кузе, блядь, оставлю без рыбы, что ли? Я прихожу с рыбалки, он меня прямо ждет. Так, ну что, будем заканчивать рыбалку. Карась еще клюет. Нам достаточно. Ну, столечко карася. И хватит. Все, будьте здоровы. Не останьте шеи. Ни хвоста, ни чешуи.